Яд брахма шакшад критунишчаяви, бина самаяти бина набхогахи, апайти нам спуране нататте, парабдха карме тибироути беда. Яд брахма шакшад критунишчаяви, бина самаяти бина набхогахи, апайти нам спуране нататте, парабдха карме тибироути беда. Гаури йога штипати. Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад сказал, что нам не нужно стремиться к получению каких-то материальных вещей, материальных чего-то материального. Мы должны думать о своей собственной сварупе и должны пытаться понять, какова же наша настоящая обязанность. А не заниматься поиском каких-то материальных вещей. Мы должны пытаться вести свою жизнь очень уникальным образом. В сварупе дживы нету самсары. И в настоящее вишуда сварупы, в сварупе дживы нету самсары. Нету вопроса никакого материального наслаждения, материальных страданий и прочего. Но откуда мы получаем такие проблемы? И поэтому Гауди Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад просит нас всех, что мы не должны стремиться и попадать в какие-то материальные, материальные вещи. В сварупе дживы нет никаких страданий или наслаждений, а эти дживатмы, они без всякой причины, они призывают к себе эти наслаждения или страдания. И та шлока, с которой я начал, она очень важна, она из Намаштаки, написанная Рупой Госвами Падом. Вначале всего я хочу сказать, что Вишванатха Чакравати, он категорически описал о различных ситуациях дживы, о страданиях дживы и их как коренной причине. И вот коренная причина, вы уже знаете, это забытие о Кришне, забвение Кришны. И вот коренная причина того, что мы забыли Кришну. Я могу вернуться к этому. И так или иначе, в этой шлоке можно видеть, что те, кто совершает баджан и развили брахманишту, критинишча апи, ништха. Они развили ништху, привязанность, стремление к Брахме. И для чего мы родились в этом материальном мире, какова причина? В этом материальном теле, поскольку мы должны страдать из для того, чтобы искупить свою карму, последствия своей кармы. Карма фола. И для того, чтобы уничтожить последствия своей кармы, мы должны получить их плоды, то есть либо страдать, либо наслаждаться от их последствий. И вот это страдание и наслаждение мы все должны испытать, чтобы избавиться от последствий своей кармы, и тогда мы станем свободными. И вот дживатмана скитается бесчисленное число времени по различным рождениям. В каждом рождении они что-то делают. Если они что-то делают, то нужно получить результат за то, что мы делаем. И мы должны страдать или наслаждаться последствиями своих действий. И вот не
выстрадав за свои результаты своих прошлых действий, мы не можем избавиться от них. То есть, если что мы это делаем, мы должны получить последствия этих своих действий, даже если мы достигли уровня брахманишки. Но когда мы развили наманишту, и вот когда мы развиваем нашу силу воспевания Харинама, и благодаря воспеванию этого Харинама, святого имени, мы очистимся. И также благодаря общению с Гуру Вайшнавами мы очистимся через Санкиртану. И вот в этой шлоке говорится, что садусанга и кришнанам. Если мы скажем, что можем сами совершать харинам без садусанги, это невозможно. Без садусанги мы не можем обрести должную силу. Мы должны понять эту формулу, которая описывается в этой шлоке. Вот парабдха карма. Парабдха карма – это есть еще вот несколько видов этой кармы. Они подобны четырьмя видам семян, из которых наши плоды кармы происходят, и мы должны получить их. Вот эти четыре причины. Парабдха карма. Это та карма, которая уже проявилась, и мы должны страдать. Она уже проявилась, и мы должны страдать. А парабдха, которая еще не проявилась, кута карма, которая еще в форме, еще не в форме семени, а следующая, которая в форме семени. И от этих четырех видов причин мы должны страдать или наслаждаться их последствиями. И вот когда мы повторяем харинам в Киртане Шрили Бхактивинода Тхакура, он пишет. Then after that, tobo alpo spurti pai ugro tapo dure jai lingo hongo hoyonase. И вот то, что описывается в различных писаниях, Бхактивинода Тхакура, он собрал и описывает в своих киртанах, и те гаудия преданные, они настолько удачливы, и если они не смогут стать успешными в этой жизни, то это так просто благодаря Бхактивинода Тхакуру, Шриле Прабхупаде, все наши гурваги, они представили это учение в таком простом виде и прекрасном виде, что очень просто понять. И вот в Киртане говорится, что Харинам, когда он постепенно соприкоснется с вашим сердцем, то
даже не полностью, просто немножко себя откроет, то вот эта угротапа дураджа, все проблемы, все неудачи, все плохие вещи, они уйдут. Обусловлена душа всегда беспокоится, в ее сердце какое-то жжение, а гуру вайшнавы, они умиротворены всегда. Гуру вайшнавы, они полны нектара. Если что-то случается хорошо, если что-то уходит или приходит к ним, они не привязываются к этому и не беспокоятся. Это возможно только для гуру вайшнавов. В тот день я говорил, что они находятся в таком гармоничном состоянии, что кто-то их оскорбляет или прославляет, то не одинаково относится к этим явлениям. И вот в прошлый день Махарадж говорил. They are going to treat the same way. If you are Tullo Ninda, Stuti Moni, Tullo Ninda, you are going to criticize. Okay. And if you are going to praise, glorify them. Tullo Ninda, Stuti Moni, Santushto Jenoki, somehow they are satisfied. Anyhow they are. И вот как у Судама Випри говорится, он был всегда доволен. Все, что к нему приходило, он был доволен этим и вел свою жизнь так. Aniketa Mani is not searching in his permanent center where I can live my life very peacefully, very nicely. Aniketa? Aniketa, значит. Follow. Center is only Krishna. Что? Only these two things, if you understand. Наше прибежище только Кришна. Если мы это только поймем, то все наши проблемы, от которых мы страдаем, столь долго они все кончатся. И вот Махарадж раньше уже говорил вот эти строки из киртанов Шрилы Бхактивинода Тхакура. В нем говорится, что «О Господь, я Твой, а Ты мой». Если мы это поймем в нашей жизни, то весь наш баджан, он будет успешен, и мы обретем даршан Верховного Господа и служение Ему. Нужно только понять, что мы Господа и Господь наш. Но это не так просто. Это не так просто понять, и поэтому смотрите. И вот Чатушваны, они спросили у Брамы, если у Дживы всегда чистые сварупы, нет самсары, откуда самсара появляется, почему эти Дживы чувствуют влечение к материи, и как материя входит в их, в них, и они как попадают в материю, как это возможно? И это главный вопрос Чатушваны. Они спросили у Брамы. У Брамы четыре головы, он очень разумен, но он не мог ответить. Он думал, что же ответить им? Как найти причину этому? И вот Брама, он занят был материальным творением. Творение — это такая раджастическая деятельность, но все же есть особая милость Господа на Браме. Special benefit, special blessing
Бхаван калпа викалпесу на вимуйяти кахичит. И вот это мое благословение, благословение, что это, и вот Господь дал это служение творить Брахме. Брахма сказал, что это творение, это одна головная боль. Кришна сказал, что это служение, поэтому бери, делай. Но все же Брахма по указанию Верховного Господа он взялся исполнять его волю. И Верховный Господь, он из-за своей любви благословил Брахму, что хорошо. Что он сказал, что ты никогда не будешь очарован моими сердцами. Я благословляю тебя, и ты должен творить. Кто-то говорит, что Брахма не наслаждается Расататвой и чем-то еще, но мы, глупые люди, спорим друг с другом. Но мы должны думать, что Брахма Самхите, в которой можно найти, что Брахма, он получил посвящение от самого Верховного Господа. От самого Господа, от самого Шри Кришны. И в то же самое время Гайатри и Кама Гайатри, они также. А что такое Кама Гайатри? Это Расататва. И почему вы спорите, что Брахма не знает Расататвы? Зачем люди спорят без всякой причины? И Брахма Пайтрил Гайатри, Кама Гайатри, это и есть Расататва. И утверждать, что Брахма глупый и не знает Расататву, это неправильно. Конечно, иногда бывает, что Брахма являет какие-то лилы, чтобы показать нам, почему Брахма, например, бежит за своей дочерью. Это всего лишь лила, чтобы показать людям, что такова ситуация с Майей, что победить Майю не так просто. Мы можем петь какие-то киртаны про победу над Майей, но практически это сложно. Вам Шридас Бабаджи Махарадж на этом дакском наречии Бенгали говорил об этом, что вы только поете, но те саду, которые осознают это, они просто расплачутся, что это просто петь о победе над Майей, с Мриданги Караталами, это просто, но осознать то, о чем вы поете, это совсем другое. И вот Брахма, Шанка, Васиштха Муни или другие Муни-риши, они, в их лиле мы находим какие-то особые вещи, которые очень опасны. Мы не можем понять, почему это так или иначе случилось, как это возможно. И на самом деле в Нити-шастрах говорится, Мунинам ча випрамаха, Муни-риши, они тоже иногда совершают ошибки, но мы не должны думать так. И вот хотя говорится так, что мы, если мы будем прикрываться их ошибками, оправдывать свои, поскольку у нас есть склонность к наслаждению, наша гурвага никогда не учила нас таким образом. Они говорили, что муни-риши, они никогда не могут совершить никакой ошибки, как это возможно, они, самосознавшие себя души, но они иногда совершают ошибки, чтобы установить такой мильный камень и показать, что на пути Харибаджана так много всяких препятствий, преград, и мы должны быть очень осторожны, чтобы не пасть с этого пути.
И вот Мунинамча Випрамаха, мы не можем говорить так, мы должны думать, что они своим примером показали, что нам не нужно делать, и поэтому Гурупад Падма всегда говорил, что на пути вашего Харибаджана если Чайтанья Чандра не прольет на нас свои милости, то что нам делать? Мы мельчайшая душа, у которой нет существования в сравнении с этим огромным миром. Что говорить, как кто мы на самом деле, и это коренная причина. Поэтому Сочетание Махапрабху сказал, есть две процедуры. Первое, мы должны, один из первых, первое это восходящий путь, а через обретение знания мы можем пытаться возвыситься, но второй путь признать себя неспособным и увидеть свою неспособность и молиться Господу о том, чтобы Он пролил свою милость на нас, как вот в случае с Брамой. Мад ануграхат, по моей милости, кто я, какова моя лила, мои качества, то есть можно понять по милости Господа, по Его милости. По милости Господа можно осознать Его, а своими собственными попытками мы никогда не достигнем успеха. И поэтому Брама в Брахма-сутре там говорится, что когда он, Брама, возвышался и пытался понять, кто такой Брама, но там же Брама говорит, и вот они, такие люди, они игнорируют лотосные стопы Верховного Господа. Вот в этой шлоке говорится, что вот Нитайар Чарана Сотья, будьте уверены, что эти лотосные стопы Нитянанда, что это значит, это лотосные стопы Шигуру, это есть истина. И те, кто служит Гуру Нитянанде, имеется в виду Гуру Татва, и те, кто настоящие преданные, они тоже в эту категорию Гуру Садгуру попадают. Не служа Садгуру, совершенным образом мы сами не сможем стать Гуру, кто нас делает Ачарьи. Как мы можем стать Ачарьи, если сами не будем служить Садгуру? В шастрах говорится, что не служа Садгуру полностью на 100% совершенно, мы сами никогда не станем Гуру. Мы не осознаем эту Гуру Татву, а не осознав Гуру Татву, как можно стать Татвавидом? И вот в этой шлоке говорится, что кто познал Кришну, он и есть Гуру. И вот Бхагаван Си Кришна, он уже говорит, есть три условия Тадвитхи. Тадвитхи. Пытайтесь. Вот Пранипат мы должны поклониться, принести свои полные распростертые поклоны лотосным стопам Татвавид Гуру всем своим сердцем. И настоящим вопросом. Это что это значит? Значит, атма джигеса, настоящий истинный вопрос, значит, что мы должны быть заинтересованы. Нам должен надоесть этот материальный мир. И тогда
мы станем татва-джигьясу. Джигьясу, значит, мы спросим, у нас будет настоящий вопрос. Тогда настоящий вопрос возникнет в нашем сердце, если есть какие-то сомнения, непонятные вещи, какие-то колебания в нашем сердце, то тогда из-за нашей подозрительности, ум всегда он часто подозрителен, и мы не можем поверить в гуру татву совершенным образом. Вот пранипат, мы должны принести полный распростертый поклон. А это также значит, что мы предаемся лотосным стопам Гурудева. Пранипат — это полное самопредание, также значит. Парипрашнина значит татва джигьяса. И перед таким атмавид гуру мы можем спросить такой настоящий вопрос, как обрести, как избавиться от майи и достичь духовного мира. И севая — это очень важно. Служение сева значит. Что значит сева? Сева значит, мы должны понять сердце гуру вайшнавов и совершать служение в соответствии с этим. И как понять их сердце автоматически, если мы полностью предались, то тогда мы придем в гармонию с ними и осознаем желание их сердца. И что такое гармония? Я могу привести пример. Может даже эксперимент провести с этой гармонией. Как, например, какой-то музыкальный инструмент. В общем, несколько инструментов музыкальных, названий, не знаю, как по-русски. Джалатаранга. Какой-то водяной инструмент. You can explain, do it. Just inside, accurately, inside one round room or in a regular set for same side or a round, inside, exact in the middle point. If you put that water instrument, и вот если это водяной инструмент, поставив центр комнаты, а другие такие же водяные инструменты, различные части комнаты, ну где-то рядом, если играть на нем в одну мелодию, а в одну, в один в этот такт, то тогда можно увидеть, что если на одном играть, а другие тоже будут звенеть. И как это возможно? Если в этот центральный водяной инструмент играет, то другие, находящиеся рядом, можно увидеть, они тоже начинают звучать в такт, в гармонично с этим инструментом. И как же гармонизировать себя с Гурудевом, и как осознать это? И осознать, и что такое, каково доказательство, доказательство таково, научное доказательство, что если сердце ученика, оно находится в полной гармонии с сердцем Гурудева относительно Сиддханты, этикета, поведения и всего остального полностью, то в этом случае будьте уверены. Хотя можно иногда видеть, что весь мир не уважает этого настоящего ученика какого-то Гурудева, но будьте уверены, что он уже садгуру. Садшиши значит садгуру. И не служа садгуру полностью нас совершенно. Если садгуру недоволен каким-то учеником, то такой ученик сам не сможет стать настоящим учеником садшиши. И соответственно садгуру. И вот через служение
мы должны сделать так, чтобы Богодев был доволен нами. И вот сейчас суть в том, что Брахма, он растерян, и он думает, что же ответить, это пример для нас. И вот Брахма медитирует на лотосные стопы Верховного Господа и думает, что же ответить. И вот Бахам Сарупа Бхагаван, Господь в форме лебедя, он явился там и начал что-то говорить очень красиво. Говорящих лебеди не встречается, но тут так случилось, и вот перед этими чатушванами они что-то сказали. И вот чатушваны спрашивают, кто ты. И вот они спрашивают еще друг друга, а вы кто? Who are you? There is one and single tattva all around this infinity. И вот одна есть, одна уникальная единая таттва. И что вы можете, и что вы все Брахма таттва, что вы спрашиваете меня все Адвайтин таттва? Это глупый вопрос. И чатушваны они были ошарашены, этот лебедь такие прекрасные вещи говорит, и этот лебедь, он ответил на то, как материя, она входит в эту чистую душу, чистое сердце, и как... И вот совет Чайтаньи Махапрабху, это Шикшаштаки, как очистить это свое сердце. И вот он рассказал, как эта материя попадает в сердце, и как сердце чистой души оскверняется. Эта материя подобна медленному яду. И вот ум, будхи, ум, интеллект, читта, сердце и аханкар, ложное эго. Эти три составляющие антаратмы. Наша антаратма, она одна, но согласно своим четырем функциям, они... Вот состоит из ума, интеллекта, сердца и аханкара, ложного эго. Если мы поймем это, то автоматически мы поймем, как это возможно, что материя, она попадает в наше сердце. There is a procedure. We can discuss in deep Gita discourse. We can. Dhyato Vishara Punsham. Это естественно, что чистая сварупа дживы, она очень чиста, но она оскверняется. И это, и вот ум, значит, ман значит ум, и вот и что значит, какова обязанность нашего ума, это санкалпа и викалпа. Мы санкалп, мы что-то решаем, или что-то имеется в виду, что-то нужно делать, что-то ненужное, вот такое рассуждение. Такое, этот процесс происходит автоматически, кто-то, например, если комар нас кусает, то мы автоматически ударяем в то место, кто говорит нам, это автоматически происходит. И вот смотрите, санкалпа и викалпа, они так происходят в уме обусловленных душ, а те чистые парамахамсы, преданные, которые достигли твоего уровня, у них тоже есть, ну, у них это относительное служение.
И вот Махарадж привел, когда Шри Чайтанья Махапрабху, после того, как он принял прасад, он зашел в маленькую эту комнату в Гамбхире, пытался отдохнуть каких-то 15 минут, он не спал, просто лежал, отдыхал. И Говинда пришел, чтобы массировать его стопы. И Говинда сказал, что ему нужно отодвинуться, поскольку он пройти не может, не переступив. А Махапрабху ответил, что зайдешь ты или не зайдешь, это, я сейчас устал очень, не могу ничем помочь. И сказал, что не может подвинуться. И Говинда взял свою одежду, эту бахирвасу. Он накрыл ей ноги Чайтанья Махапрабху, переступил и начал массировать ему, его стопы. И вот через 15 минут Махапрабху спросил, почему ты тут стоишь, почему еще прасад не принял. А он сказал, я вот не могу через вас переступить, а как ты пришел? Вот так и выходи. И это такой очень точный идеальный пример, почему, поскольку у Говинды была такая решимость, что я должен совершать служение, и ради служения, если в ад попаду, то это более-менее хорошо, если нету такой решимости, как можно совершать служение. И вот у него была такая решимость, но когда Махапрабху отправил его принимать прасад, он уже не смог переступить Махапрабху, поскольку прасад он бы для себя принимал. И вот такой пример, он очень прекрасен. И вот Санкалпа Викалпа не так должны быть, и обусловлен душа, но сомневается, так это такое непостоянное состояние. И будхи интеллекта, что он может делать, он подобен руководителю, он дает указания, направление. Сначала чита подобно камере, он это чита собирает эти картинки. Да, Махапрабху говорит, дарпан, чита дарпана подобно какому-то сенсору. И ум, он очень прекрасен. Иногда он отвергает что-то. И иногда принимает что-то. И вот читана получает изображение этой материи, ум. Он решает, что дальше с этим делать, принять или отвергнуть. И будхи интеллект, он действует как руководитель, он думает, как получить это. И ложное эго, если бы не было у нас ложного эго, мы не могли бы существовать. На небесах и в других местах везде есть ложное эго, но чистое эго, оно есть у чистых преданных. Эго должно быть. Но у обусловленных душ ложное эго, а чистые преданные у них чистое эго. Это значит, что я слуга Шри Кришны, как Хануман. И когда спросили, кто он, он сказал, что я слуга Рамы. Когда Равана спросил, кто ты, и Хануман думал, что же ответить этому глупцу. Он не поймет. И Сита Деви в тонкой форме пришла к нему и сказала, что почему бы тебе не сказать, что ты слуга Рамы. И Хануман так и сделал. И этот ответ был очень прекрасен и чист. Когда кто-то спрашивает Ханумана, что ты убил так много этих жителей Ланки, почему ты сжег этот остров, что они сделали тебе? А он сказал, я разве сжег? Поскольку Раван, он зажег его хвост, а Хануман, он
Галпа, он подумал, что теперь хорошая возможность, я сейчас пробегусь по всем домам и поджигу их. И когда... И вот этот Ханумана, когда ему подожгли хвост, он воспринял это как возможность поджечь весь остров. И вот кто-то спрашивает Ханумана, почему ты так много сжег этих безвинных людей? А мы видели, нет, это не я, это служение было для Рамачандры. Я имею в виду, если есть это чистое эго, если есть это чистое эго, то вы слуга Верховного Господа. И тогда никакое осквернение не заденет ваше сердце. Если осквернение задевает наше сердце, поскольку обусловленные души, они отождествляют себя отдельными от Верховного Господа. Свамшататва и Випхинамшататва. Махарадж хочет об этом рассказать, какова основная разница между Свамшататва и Випхинамшататва. Свамшататва. Те, кто к Свамшататве относится, у них нету отдельных желаний. Их желания, они не отличны от желаний Верховного Господа. Свамшататва. И это Свамшататва. И понимаете, что я говорю? Санкар Бхагаван Брахма и Татву я объясню в день Шиваратри, и тогда мы поймем, Шива Татва, она очень запутана. Брахма Татва, тоже Шива Татва еще более запутана, как Джива Татва. Иногда у них есть огромная сила. Санкар Татва, Шива Татва, она больше, чем Брахма Татва. Но мы не можем понять, я объясню это. И вот Свамшататва знает, что у них нет отдельных желаний, они практически не отличны от Верховного Господа, но Випхинамшататва, хотя они исходят из Кришны. Но все же они отождествляют себя отдельными от него, в этом разница. И все животные, они хотят поддерживать свое отдельное, отдельное отождествление. Я не говорю о нитьямуктах, о этих бадхадживах. И вот Випхинамша, Татва, они все, у них есть отдельная личность. Это и главное. Болезнь. И вот иногда, и также иногда чувство отражения возникает или привязанности. Это привлечение или отвращение, оно тоже опасно. Но у обусловленных душ это есть. Они либо кого-то привязываются к кому-то, либо отвращение испытывают. Но чистые души, они такого не испытывают. Они все связывают с Кришной. Все. Все, куда бы они ни смотрели, о чем бы они ни думали. Все, они связывают с Кришной. Они видят какую-то связь с каким-то объектом, они с Кришной это связывают. Они всегда думают, что вот какая-то матаджи, например, это инструмент в Кришна-севе. Все, деревья, растения, все вещи, цветы, фрукты, это все. Все, что они находят, они думают, что это инструмент, который можно, с помощью которого можно совершать Кришна-бхаджан. И вот таким образом, смотрите.
как материя, она как бы не в нашем сердце находится, но вот ученые, они исследуют подобно тому, как если мы смотрим на небо, можно найти бесчисленные эти планеты, звезды, но и кто их поддерживает, как они висят в небе. А если мы отправимся на какой-нибудь Юпитер или еще куда-то и посмотрим оттуда на нашу Землю, она будет выглядеть как точка. И то есть, если Земля относительно всего столь незначительна, то мы настолько малы, мы тоже незначительны относительно всего творения. И вот материя как в сердце попадает из-за этой привязанности, влечения или отвращения. Эти оба явления, они опасны. И вот эта материя, она влияет на нас. И поэтому Шрила Прабхупада, он говорит нам снова и снова, что вы вы не привязываетесь к каким-то материальным формам этого мира, поскольку все, что есть, это в конечном итоге это просто кровь и плоть. Те брамачари, саньяси, те, кто по-настоящему, настоящие совершенные грехасхи, они должны думать, что все материальные вещи, на которые они видят, они не должны думать о последствиях всего этого сейчас. Какая-то вещь или явление очень красивое, но через какое-то время они превращаются в первые элементы. И на санскрите это называется паринамвит. Какого же конечный результат этого наслаждения, например, о котором мы думаем? И вот таким образом Бхагаван, он дал указание этим Чатушванам, что все Адваген Татва, а это ваша ошибка, что вы считаете себя отдельными от Шри Кришны. Адваген Татва говорит о том, что все Кришна, у нас не должно быть никаких отдельных желаний от Него. А если у нас есть какие-то отдельные желания от Него, то Кришна, Он дал нам эту свободу выбора, но мы должны использовать ее должным образом. Иначе это станет причиной нашего рабства. И вот Чатушваны, они получили должный ответ от Хамса Бхагавана, что хотя нету материи внутри сердца, если посмотреть на наше сердце, и если мы находимся в обусловленном состоянии, то мы найдем всю материю. И хотя внешне никакой материи нету, внешне мы можем показать, что нету никакой материи с нами. Если мы отправимся в лес, то поэтому Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупад и остальные, они дают такой же совет. Если мы отправимся в лес, то что толку? Вы идете в лес вместе с вашим материальным умом, который полон материи. Лучше, если вы будете жить в этом мире, и главное, чтобы материи внутри вас не было. Кришна Парам Вишой должен быть Вишой там, но Парам Вишой Кришна, он тоже должен быть, и поэтому в этом случае вы достигнете успеха. Просто если вы уйдете в лес, но в вашем сердце будет материя в таком подвижном состоянии, она внутри вашего сердца, ум подобен этому космосу, где все эти планеты, звезды, они находятся в таком подвижном состоянии. Также в нашем уме материя, она тоже находится так.
все материальные вещи. И поэтому Прохлад Махарадж сказал Хиранья-Кашипу, он спросил у него, что ты думаешь о том, что такое хорошее. Я хочу узнать, какое учение ты получил от своих гуру. И Прохлад Махарадж был вынужден сказать Хиранья-Кашипу, чтобы дать им урок. Мы тоже подобные Хиранья-Кашипу, мы думаем о каких-то материальных вещах, славе, почете. Хиранья-Кашипу значит Хиран и Кашипу. Это значит богатство, и Кашипу – наслаждение. Хиранья значит золото и богатство, а Кашипу – это постель. И поэтому Прохлад Махарадж дал нам такой урок, почему Прохлад Махарадж Махаджан, он говорит перед Хиранья-Кашипу. И вот Прохлад Махарадж говорит, что поклонение Хари – это наивысшее. Я думаю, что все должны делать так, оставить свои материальные деяния и поклоняться Верховному Господу. И вот Кришна говорит, «Ванамту саттвикавасам». Кришна говорит, что он в лесу. Но имеется в виду, «Ванамту саттвикавасам». Если никакая материя не прикасается к нашему уму, то мы, можно сказать, что мы в лесу. Если никакие материальные наслаждения не приносят нам, то есть не беспокоят нас, не приносят нам никаких проблем, то тоже можно сказать, что мы в лесу. И поэтому Прохлад Махарадж сказал, что я думаю, что та дживатма, которая страдает в этом материальном мире, я думаю, что она должна оставить все и отправиться в лес и медитировать на лотосные стопы Шри Кришны. Если мы будем помнить эту шлоку. Я думаю, что это самое достойное, иначе столько проблем в этом мире. В Гите Кришна уже сказал, что где вы ищете своего врага? Вы сам враг для самого себя. Поскольку вы оставили свое настоящее «я» и стремитесь к чему-то ложному. Someday it will take a turn for the positive. You can try, but ultimately I can find this positive. You can do nothing. If my heart is 100%, вот если наше сердце полностью на 100% совершенно, то тогда, если мы не обманываем сами себя, то тогда никто не может нам ничего плохого сделать. What is he? Everything negative, it turns to positive.
И что Кали может сделать с таким человеком, если наше сердце, оно безупречно, если мы не думаем, что у нас есть какие-то враги. Вот на санскрите садаям. Садаям значит наше сердце, оно идеально. И, то есть, если... И вот тот, кто то, чье сердце беспристрастно, и тот, кто всегда принимает прибежище у абсолютной истины и говорит об этой абсолютной истине, то и тот, кто украшен этой абсолютной истиной, его слова, его речь, она идеальна. И тот, кто посвятил себя, все свое тело ради служения Кришне. И вот следующие слова «Парахидам джасьо» значит, что если мы наше тело посвятим, для Верховного Господа, то это значит, что мы будем совершать настоящее служение всем дживатмам. И значение можно найти, так понять, что хотя это из нити шастры, но все же это для нас тоже применимо. Для блага других, какое благо имеется в виду, только вайшнав может принести нам настоящее благо. Они могут спасти нас от обусловленности, от рабства материи. И это тело, оно уже посвящено служению другим. И когда можно сказать так, если у нас есть связь с Верховным Господом, с Шри Кришной, если мы сможем видеть весь мир в связи с Кришной, иначе, если мы будем думать, что раздаем какую-то еду голодным, то это карма получается. Если мы служим каким-то дживатмам в служении с Кришной, то тогда это хорошо. Если мы видим, что они связаны с Кришной, если мы открываем какую-то организацию помощи каким-то больным, ущербным и прочим, это будет причиной нашего рабства. Но смотрите, Арунтидев, он помогал нуждающимся, но видел, что они связаны с Кришной. А Бхарат Махарадж, он помог олененку, но забыл о его связи с Кришной. Хотя, смотрите, процедура Бхаджана Бхарат Махараджа, она гораздо выше, чем у этого Арунтидева. Она гораздо выше, но все же Бхарат Махарадж, он не достиг успеха, опал. А Рунтидев достиг успеха, поскольку Рунтидев, почему? Поскольку он все связал с Верховным Господом, он служил этим нуждающимся, но видел все это дело в связи с Кришной. Он видел, что все дживы, они исходят из Кришны, и они страдают, и он не мог видеть их страдания, он был готов страдать за всех живых существ, и чтобы Кришна отдал ему эти страдания, а этих джив освободил. Но Бхарат Махарадж совершил одну грубую ошибку. Его процедура баджана была хороша, но так или иначе он совершил ошибку. Какую? Он хотел служить этому олененку, не видя его связи с Кришной. Он заботился о нем, следил за ним, чтобы тигры его не съели и прочие хищники. Ашрити значит то, что он забыл Кришну. Oh my God, maybe tiger. Fear. Because. И вот когда этот олененок пропадал на какое-то время, он беспокоился.
о нем, и его концентрация на Кришне она ушла. И но в следующей жизни уже Бхарат Махарадж, он не отвлекался от Кришны ни на секунду. Даже когда ему хотели отрубить голову, он все равно был очень умиротворенный, не забывал Кришну и совершенно не беспокоился. И вот когда перед Бхадракали хотели ему отрубить голову эти разбойники, Бхарат Махарадж, он совершенно не беспокоился уже. Ничего не говорил, не боялся. Поскольку он знал, что все делается Кришной. И таким образом, ошибка, совершенная Бхарат Махараджем, она испортила весь его баджан, а некоторые совершают множество ошибок на пути баджана. И поэтому группа Падма очень часто говорил вот эти слова. Есть тысячи, не тысячи, десятки миллионов препятствий на пути нашего баджана. Во Вриндаване есть 48-километровая парикрама, и там полно колючек на этом пути. Есть колючки такие, которые просто прямые, а есть еще как за крючки, это как крючки, которые, если, которые подобны Кришне, если они войдут в нас, то уже не выйдут. И вот смотрите, и каково состояние обусловленных душ. И куда же идти, о Шачитанья Чандра, если ты прольешь на нас свою беспричинную милость, и тогда мы сможем пересечь этот материальный мир. Кришна, он проливает милость на нас через Вайшнавов. И вот, и таким образом сердце оскверняется, и Вишой, они входят в наше сердце. И иногда наша читта стремится к Вишой, и это Вишой попадает в сердце, и так оно оскверняется, и мы не находим никакого решения. Единственное решение, то, что мы должны служить чистым Гуру Вайшнавам совершенным образом. И через Гуру Саву, через Вайшнава Саву, Гуру, значит, Вайшнава, мы можем получить спасение от этой ловушки Майи. И вот та шлока, с которой Махарадж начал, если чистый Харинам, то же самое, когда чистый Харинам, он явится на нашем языке, когда он прикоснется к нему, Бхактин Такур говорил, когда Шрила Бхактин Такур дал нам такой совет, что мы должны совершать служение руками и повторять Харинам всем сердцем. Мы вот должны соответствовать вот этой шлоке в тот день. Мы достигнем успеха, когда Антара Бахире Самабья Бахар. И в тот день, когда мы достигнем успеха, мы увидим, что Харинам, он танцует на нашем языке, настоящий Харинам. И вот когда наши мысли и дела будут полностью параллельны то, что мы думаем, мы то же самое и говорим, и делаем, и наше поведение согласно этому. И вот таким образом, если мы будем делать то, что Шрила Бхактивинода Тхакура советует нам, мы должны совершать служение руками, не лениться. Никогда не пытаться лениться, поскольку леность очень опасна, мы должны совершать служение руками.
и мы должны повторять Харинам. И в тот или иной день Харинам может явиться. И другая шлока с третьей части Бхагаватам, в Джива Сварупе нету самсары. Дайва хататра чанари сайо пидева джисмад прасанга бимука джисмад прасанга бимука ихо сансаранти ихо сансаранти джисмад прасанга бимука ихо сансаранти. Those who are coming into samsara, who? Кто в самсару попадает? Те, кто отвернулись от тебя. Джисмат прасанга бимука means all full troops. They like to avoid your devotee. Те, кто избегают твоих преданных, избегают твоих лил и твоего просада. Jishmat prasanga vimukha means all prasanga means prasanga, you know, related thing. Or dana you like to avoid, nama you like to avoid, kisha saru, temple, devotees, all prasara. It is 100% sure. И вот такие люди, и Брама говорит Кришне, когда? Вот третьей песни Бхагавата. Когда Брама совершал эти, возносил молитвы Кришне, он описывал. О Господь, кто пришел в этот материальный мир, чтобы страдать, те, кто отвернулись от Тебя, самсаранти, самсри, значит, самсара, это не постоянное место для нас, это временное, место, и что мы планируем на 5 там, лет, на 25. Это глупо все наше планирование здесь. Все это творится Кришной. И вот там самсри, значит, это и эти души, они попадают в самсару. Самсара не было в них, их самсаранти. Самсара не было в них, они сами хотят попасть в эту самсару и попадают. И вот Брахма молится Кришне, подобно ребенку, о Господь. Каково же такое состояние этих обусловленных душ? Весь день они пытаются обрести какие-то материальные наслаждения. И вот днем они охотятся за какими-то деньгами, ночью страдают от каких-то болезней, от бессонницы. И вот на хинди есть шутка даже такая, что если пойти к доктору, и доктор может дать совет, что нужно таблеток пить. Ну вот эти таблетки особенно для снотворных, но кто-то может сказать же, 5 таблеток съели и все равно не спится, беспокоится о каких-то деньгах, о какой-то собственности, те, у кого нету причин для беспокойства, спят спокойно.
Very nice feeling. No problem, no tension. Money is your tension. Then, so one devotee never going to feel any tension himself, not going to put anybody into tension. Follow, these are two factors. И вот чистые преданные, они сами не пытаются беспокоить кого-то, и сами они не чувствуют никаких беспокойств. И вот таким образом, если мы будем совершать сотни ошибок, кто может определить? Гуру Вишнава не могут определить и сказать, что нам не нужно делать. Если будем жить как-то уединенно, то кто увидит и поможет нам, если мы делаем что-то не то и двигаемся не в том направлении, и нет ничего более благоприятного, чем этот совет. Какой-то совет о саду-санге, то, что мы должны совершать харинам вместе с саду, в общении с саду, со святыми. И вот Брахма говорит: «О Господь, если Риши Муни, такой пример, если Риши Муни, они совершают ошибку, но все же мы видим в шастрах». Хотя мы не думаем так, мы не критикуем их, но мы находим иногда, что как это опасно, ситуация такая. Васиштха Муни совершил ошибку, да, оставил тело свое, опять родился. Это такая его ситуация. И вот если Риши Муни совершают ошибки, но все же они наказываются. А что говорить об условных душах, которые в таком плачевном состоянии находятся. И вот сейчас я уже сказал сначала о том, что эта карма джива, она страдает от плодов кармы в четырех, которые приходят в четырех видах, которые они в четырех видах, в четырех этих состояниях находятся. Первое, Махарадж говорил, парабдха карма, то есть проявленная карма, другая, еще не проявленная, третья, кут, еще не в форме семени, еще и в форме семени, это карма. Если мы хотим избавиться от всего этого, если вы хотите достичь успеха именно в этой жизни, то я гарантирую, вы можете достичь успеха в этой жизни, если вы будете совершать настоящую сатсангу. И поэтому я сказал, есть четыре различных причины, ждут нас, чтобы дать нам результат нашей кармы. Карма пхола. И если вы хотите избавиться от всего, как во Вриндаване, например, мы находим после того, как соберут урожай, они на полях, и потом поджигают поля, и там оставшиеся сено и пыти. И вот это все выгорает, потом оставшаяся вся трава не нужна. А если они оставят, то так или иначе опять прорастет, а если все выгорит, то оно очищается, и семена, как правило, сгорают, и можно посадить что-то новое там. И нежелательные сорняки, они не будут расти. И вот они поджигают поля для того, чтобы избавиться от нежелательных сорняков и всего прочего. Как можно вырастить какое-то растение? Нужно оградить это растение от всего мешающего. И это олицетворяет собой то, что мы должны ограничить себя определенными правилами и предписаниями. Иначе мы не можем надеяться, что мы будем продвигаться дальше. И вот пример приводится с этой Бхакти Лата Биджи. Если нету
этого защиты, то всякие козы, козлы, коровы и прочие животные могут прийти и сожрать наши растения. И вот строгие правила и предписания. Мы должны, не должны гневаться на Гуру Вайшнавов. Если мы по-настоящему разумны, мы не должны гневаться на Гуру Вайшнавов. Почему они говорят что-то так или так? Они говорят для нас, для нашего блага. А некоторые думают, что Гуру Вайшнавы, они наши враги, это их трагедия. И вот некоторые думают, что Шрила Прабхупада их враг, поскольку он говорит иногда как-то жестко, но они не враги, а наши настоящие друзья. И вот таким образом с различных, из различных свидетельств в писаниях можно найти, что Брахма иногда в какие-то проблемы попадает. Васиштха, Дурваса Муни, они все это делают для нашего блага, для того, чтобы дать нам пример, что не нужно делать, они так косвенно действуют, чтобы дать нам урок, и мы должны быть очень осторожны, не совершать никаких ошибок. Если мы совершим какую-то ошибку в нашей жизни, наша жизнь очень короткая, у нас не будет времени исправить эту ошибку. Много людей, они попадают в такие плачевные состояния, что не могут баджан совершать и не знают, в чем проблема и что же делать. Они не следуют мне, они не понимают, совершая ошибки все время. Хорошо, вы если не можете совершать, то не совершайте, но самое главное оскорбление апаратхи не совершайте. Если в баджане не совершаете должным образом, то это как бы пойдет, но оскорбление, если совершаете, это гораздо хуже. То есть гораздо важнее не совершать оскорбления. И вот если кто-то совершает оскорбление, они эти оскорбления тащат вниз таких людей, и такая ситуация во всем мире происходит. Почему? Поскольку они критикуют чистых гуру вайшнавов, как-то пытаются препятствовать ей чистой харикатхе, борются как-то с этими. Таким образом они совершают оскорбления и попадают в какие-то плачевные состояния, буквально сами себе копают могилу. И вот таким образом Махараджа статью перевел какую-то, что и вот Шрила Прабхупада говорит, есть Бадха, Татастха и Мукты. И вот Махарадж следующий день более подробно расскажет об этом. Шрила Прабхупада и Шрила Бхактивинода Тхакура, то, что они говорят. И вот они говорят, что те дживатмы, они находятся в трех формах. Бадха, Татастха и Мукта. Мы должны помнить, если Йогамая вечна, то Махамая тем более вечна. А не тем более, она тоже вечна. Если Йогамая вечна, то есть Видья и Авидья. Видья и Авидья, они внутри нас. Они вечно присутствуют, видя и авидя, они всегда вечно в нас находятся. И если мы так или иначе повернемся в чью-то сторону, видя или авидя, они нас, авидя нас собьет или видя поможет нам. И вот Шрила Прабхупада говорит, что эти три состояния души, Бадха, Татастха и Мукта, если я скажу, что Бадха состояние из Кришны не исходит, то это глупо. Получается, если мы думаем так, что обусловленное состояние не из Кришны исходит,
Но смотрите, все из Кришны исходит. И хорошее, и плохое, все из Кришны. Нет ничего, чтобы не исходило бы из Кришны. Это Адвайгентатва. И Шрила Прабхупад говорит, Бхатха Татастха и Мукта, эти три состояния дживы, Бхатха дживы, они в обусловленном состоянии, они вечно обусловлены, но это обусловленное состояние, они могут избавиться от него и обрести возможность развития дальнейшего. Они могут это сделать, и те Нитья Мукты, для них что делать, я уже сказал. И вот Випхинамса Дживы в различных состояниях я говорил, и прямо или косвенно они исходят из Кришны. И эти три состояния, они находятся в Кришне, в форме семени, иначе откуда бы они появились. Обусловленное состояние пограничное, освобожденное, но Кришна никогда не погружается в эти три состояния. Нельзя сказать, что Кришна вечно свободен или еще что-то. Кришна, он вечно существующий. Если мы скажем, что Кришна свободен, то можно подумать, что он был не свободен когда-то, поэтому эти три термина к Кришне совершенно неприменимы. Кришна, он вечно присутствующий, он Адвайгентатва. Майявади говорят, что иллюзия. Нету татвы, только иллюзия. От этой сети, если они думают, что есть йогама или махамая, то тогда есть другая татва может возникнуть. А если другая татва возникает, то адвайгентатва она повреждается. Но кто-то утверждает, что это сон и нет никакой материальной самсары. Это майявади, но это глупо. Который утверждает, что все сон и ничто не настоящее. Но нет, Махапрабху говорит, что это временно, оно есть, но временно. И майявади говорят, что есть одна душа, они не понимают, что есть бесчисленное число душ. Они приводят такой пример, что есть Бог Солнца, но есть Солнце, и если поместить какие-то емкости для воды, то в каждой емкости можно отражение Солнца увидеть. Но это майявада все. Что они говорят, что есть отражение Солнца, но Солнца нету. Это все майявада, и ни в каких писаниях доказательства этого нету. Есть бесчисленное число душ, они все вечные по своей природе, вечно присутствуют, но их состояние меняется из татастха, бхатха и мукта состояния. И вот они аргументы приводят такой, но так много вещей еще нужно обсудить, но сегодня я скажу о том, что Рупа Госвамипад в Расамрита Синдху пишет, что пишет. Нитто сиддхасу бхавасу пракаттям хиди саддхата. I can discuss next day also. Кити саддхасу бхаваса садхана вида. Нитто сиддхасу бхавасу пракаттям хиди саддхата. Now here one doubt, so many confusion coming. One point. И потом много. From Gita we can find some point. Вот здесь какие-то непонятные вещи могут возникнуть.
что-то в Гите говорите, что-то в Упанишадах, что-то в Веданте, что-то в Шичитане Чайтамрите. И не все могут в гармонию привести эти все высказывания. Вот это что значит, например? Так или иначе, Нитя Сидда Бава, наша Бава. Я имею в виду Сварупа. Если наша Сварупа не определена, как Бава может быть определена? Если нет стабильности нашей Бавы, то тогда можно как сказать, что может быть стабильно постоянно Сева и Сварупа. Хотя мы находим, что вот в этой шлоке, например, что коренная причина бхакти — это саду-санга. И это кому-то непонятно. И здесь, например, и что Шрила Бхактивинода Тхакур говорит в Джайва-дхарме. Бхактивинода Тхакур пишет в Чайтанья Шикшамрите. Он напишет особые вещи на эту тему. Я хочу обсудить это с различных точек зрения. И вот та шлока, с которой начал, вы должны помнить и не забывать ее. Any question if you have, I can go on discussing in details about Jiva Tattva, in detail so many things. You have any question if you have? No? You get your answer of that sloka? Jat Brahma Sakshat Prithishtai. And the first sloka of this Namaskara I should discuss. Nikula Shruti Maula Ratna Mala Duti Nirajita Pada Pama Yantra. Ui Mukta Kuri Rupa Samanam Puri Harinama Puri. Paristasam, Harinam, Sanskrayam. This sloka I can discuss on it. Very important sloka. Nikhila Sruti Mauli Ratna Mala Duti Nirai Padamangami. What does it mean? И вот что значит эти слова. Рупа Госвами потом прославляет Харинам в этой шлоке великолепным образом. И в какой-то день Махарадж объяснит.